В минувшую пятницу в Воткинском районе произошел пожар, в результате которого сгорел дом. Причиной в очередной раз послужила неисправность электрооборудования. Утром поступило сообщение о возгорании дома в деревне Нива. По прибытию пожарных подразделений огнем был полностью охвачен жилой дом с кровлей и верандой. Пожар обошелся без жертв. Пожарная служба напоминает о мерах безопасности при использовании электронагревательных приборов. Даже маленькая неисправность может стать причиной трагедии.